Артур Гумеров уже давно известен нефтекамцам как талантливый танцор и весьма целеустремленный человек. Он не раз принимал участие в различных танцевальных конкурсах городского и республиканского уровня. В его биографии также есть попытка пробиться в телепроект «Танцы» на ТНТ. Молодой человек отдает предпочтение брейк-дансу и год за годом совершенствуется в нем. Во время выступления на Первом канале в проекте «Я почти знаменит» он представил композицию, в которой объединил элементы брейк-данса и йоги. Растяжка позволяет Артуру удивлять зрителей различными специфическими элементами. По завершению танца эксперты похвалили парня, однако дали рекомендации для того, чтобы сделать номер еще более ярким. В целом, по результату выступления Артур получил 3 положительных оценки. Благодаря этому парень вышел в финал телепроекта.